Намасте! Здравия, дорогие друзья! С вами Ярослав Мудр-Воронцов, Академия семейных отношений Ведадум и тренинг-центр Green Mind Life. Я нахожусь на этой прекрасной реке, это в Карпатах, и хочу передать вам это ощущение природы, прекрасное ощущение природы, которое так заряжает, мне так классно, очень энергетически, очень энергоемко. Просто отдыхаешь. У нас закончился фестиваль ведической культуры, и вот у меня появилось время для того, чтобы пройтись по этим прекрасным местам, места природы, настолько естественные, и настолько они заряжают, что невозможно пройти мимо. Я хочу поделиться с вами этим состоянием, этой возможностью присоединиться к этому прекрасному месту, к этой природе. И призываю вас научиться получать удовольствие от жизни, не требуя чего-то многого, просто соединившись с природой. Всего-навсего речка, красивое место, природа, все естественно, и мы уже наполнены, мы уже заряжены. Много ли надо? Природа, матушка, это самый лучший источник энергии, который имеет столько разнообразия. Цветы, деревья, вода, солнышко. Как это классно. Если вы живете в большом городе и у вас нет такой возможности общаться с природой, я рекомендую вам лето сейчас, пока здесь лето, и у вас нет возможности зимой выезжать в теплые края, заряжайтесь этой энергией. Учитесь наполняться этой жизненной энергией, чтобы затем трансформировать это состояние наполненности в ваши достижения жизненные. Для того, чтобы решать задачи, развиваться, преодолевать трудности и препятствия, нам нужна жизненная энергия. И эта энергия, самая лучшая энергия, которую мы можем получать, самая чистая энергия, это энергия природы, матушки природы, Вселенной. Это то, с чего мы начинаем. Если вы уже более продвинутый, то вы можете получить энергию, просто медитируя на Вселенную, на Всевышнего. Но начинать можно с простого, просто соединиться с матушкой природой. Научиться, естественно, радоваться этому счастью, этому наслаждению. Это просто, вот просто быть здесь, ничего много не надо. Нужно просто здесь быть. Ты зашел, чувствуешь, и тебе хорошо. Если же вы чувствуете, что находясь в прекрасных местах на природе, у вас нет полного наслаждения, полного наполнения, значит, нужно снять с себя стресс. Скорее всего, у вас есть стресс, который зажимает ваши рецепторы, ваши эмоции, ваше восприятие окружающего мира. И это первый признак того, что нужно научиться расслабляться. Помните, что 5 сенсоров обоняния, сезания, ощущения, что мы видим, слышим, обоняем, вкушаем, прикасаемся. Это то, что дает нам это ощущение, эмоции. Открывайте свои эмоции, развивайте хорошие вкусы, и ваши источники энергии будут бесконечны. И вам не нужно цирк, вам не нужно драмы жизненные, которые показывают по телевидению. Вам достаточно всего-навсего просто соприкоснуться с природой. И этого уже будет достаточно. По мере того, как вы будете расти в своем просветлении, вы уже сможете получить энергию наполнения, просто медитируя на Вселенную, на Творца, на Всевышнего. Это конечная цель наша, научиться соединять свой ум со Вселенной, с Творцом, получить энергию, которая поможет нам исполнять свое предназначение.
Я хочу вам показать 360 градусов, где я сейчас нахожусь. Вот. Прекраснейшее место, я просто обалдею. Я проходил мимо, и нельзя пройти мимо. Нельзя пройти мимо, нужно этим зарядиться. И здесь так классно, я решил просто с вами поделиться этим прекрасным местом. Ну вот, друзья, пожалуй, все это, все, что я хотел, просто поделиться с вами этим прекрасным местом природы, кусочек природы, который дает нам возможность заряжаться. Я желаю вам любви и радости, достижения своих целей, благости. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг, и любовь вернется вам старицей. С вами Ярослав Воронцов, Академия семейных отношений Ведадум и тренинговый центр Green Mind Life. Мы живем на яркой стороне Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Какая прекрасная яркая сторона сегодня. Намасте.